Привет, это Игорь Шеха Тудей. Мы отправились на Олимпиаду в Сочи, потому что нас пригласили выступить и спеть несколько песен на разогреве у группы Тато. С нами Юля. Она сейчас сидит на заднем диване и ей весело. Так что вот, мы едем по трассе вокруг. Мы видим прекрасные еще пока не сочинские пейзажи, но они вполне олимпийские. Елки, сосны, березы, снег. Вот горнолыжный склон, модель в миниатюре. Чуть позже вам Миша покажет все. Я надеюсь, что мы доберемся до места вовремя, в срок, и как следует разогреем наших спортсменов. Ну, потому что группа Тату, это гордость же нашей эстрады. Это охуенные девки. И мы гордимся тем, что нам выпала честь поиграть не то, что даже на Олимпиаде в Сочи, а, блядь, у них на концерте на разогреве. Потому что это, ребята, ну это реально круто. Короче, беда. Не доехали мы до Сочи. Я так-то на машине вообще не ездил от Перми дальше, чем на 100 километров. И нас, в общем, ночь застала в дороге где-то в Удмуртии, непонятно где. И мы решили, раз мы в Удмуртии, то, наверное, надо посетить столицу этой замечательной республики. И теперь мы в Ижевске. Я понимаю, что вы мне нифига не поверите, что мы в Ижевске, потому что мы сейчас можем стоять в любом городе вообще и говорить, что мы в Ижевске. Но давайте спросим у первого прохожего. Блин, нет прохожего. О, прохожий идет, пойдем спросим. Здравствуйте, скажите, это какой город? Ижевск. Вот, точно Ижевск? Точно Ижевск. Вот, я не вру, правда. Можем еще спросить у кого-нибудь? Да нафиг, и так понятно. Ижевск, он есть Ижевск. Сразу же видно, Удмуртия, ё-моё. Подожди, иди сюда. Вот, я же не договорил еще. Смотрите, какая тема. Раз мы ехали песни петь в Олимпийском парке, у нас же гитара с собой. И мы, в общем, напросились тут к ижевским ребятам, бардам, сыграть концерт. Ну что, мы зря, что ли, гитары привезли. Сейчас пойдем здесь играть, готовиться к разогреву группы Тату. Люди придут какие-нибудь, наверное, нас послушают. Посмотрим. Блин, я знаю чувака этого, это же Кустурица, кинорежиссер, тут написано даже, он, видимо, преподает в этом университете. Мы вообще круто приехали. Сегодня я ехал на Олимпиаду в Сочи для того, чтобы выступить там на открытии, на разогреве у группы Тату. Но так получилось, что до Сочи оказалось гораздо дальше, чем я думал, и не удалось до тут доехать, вот добрался до вас. И на самом деле перед вами спеть гораздо приятнее, чем на разогреве перед группой Тату. Вот там я бы этого ни в жизнь бы не дождался. Поскольку вы, героические люди, променяли открытие Олимпийских игр в Сочи на концерт, я спою... Начну сегодняшнее выступление с олимпийских песен. Первая песня, поскольку здесь пришли дети, я сразу, чтобы дети не ждали, потому что детям ждать вредно, они долго терпеть не могут, я спою песню про олимпийскую песню про чемпионов покемонов. Есть такая группа с названием Тату. Там девушки поют, что они сошли с ума, что вовсе им не надо, мол, фуфло или туфту. Они хотят друг друга, вот это, блин, чума. А мне ничуть не надо ни женщин, ни мужчин, ни шоколада и ни мармелада. Не надо мне помады и крема от морщин. Мне нужен Пикачу, мне покемона надо. Ой, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. О нем мечтают нынче все дети охламоны и некоторые взрослые чуть-чуть. Покемоны, это вам не тузики. Пусть кричат, что Пикачу попса, это телепузики. Я хочу Пикачу, мама, спасай. На самом деле я пел эту песню, наверное, 100 000 раз, но сегодня она звучит как-то особенно, ведь она стала олимпийской.
Кто-то хочет фотки, а кто-то хочет бал. Бутусов песню написал, хочу он быть с тобой. Он много добрых песен по жизни написал. И в общем-то приятно, что он не голубой. А я хожу, страдаю, хожу и слезы лью. Сижу и слезы лью, а лежу вовсе в них тону. И крыша моя верная покинула приют. И жаль мне петух, все сзади норовит подрут. Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. Он круче, чем три подразделения ОМОНа. Он вдвое круче Путина, шучу, ха-ха, шучу. Мама, я хочу Пикачу. Мама, я хочу Пикачу. Вторая олимпийская песня, которая сегодня прозвучит, посвящается тем людям, которые накосячили при строительстве олимпийских объектов. И тем людям, кто подло нагрел руки на Олимпиаде в Сочи. Называется песня «Фестиваль же пороги». Жопоруких весело, там у всех руки растут из жопы, там дискотека и танцы с песнями от известных певцов рок-н-шопы, там где музыка на главной площадке, все поют только караоке, и от радости все пищат там, в рот мне ноги, друзья, в рот мне ноги. На фестивале жопоруких прикольно, там у всех ничего не получается, некоторым бывает не больно. Краснодарского края случайно встретил там с утра я. Фестиваль жопоруких рулит, там Полисский, Люблинский, Лебедев. Они клевые, но дети все-таки что же? Похихикаем вместе в бебебе. Там монтажники и демонтажники тоже все как один жопорукие. На дискуссиях сидят важные, у них жопы и руки в брюки. А вот недавно специально для нас мы, это же жопорукие журналисты, ученые запускали спутник ГЛОНАСС с хороводами, молитвой и свистом. Жопорукие журналисты, это же, как мы видим, не одна, две сразу, мы все что-то пишем в своих же. Горан Брегович, дай нам газу, конечно, особнячком всегда фестиваль от конструктора с автобаза. У них в лагере вообще беда, насекомые и зараза, но только самые смешные участники — это жопорукие пасечники. Опухли все открытые части их, что поделаешь, неудачники. Лауреатами фестиваля этого года стала Госдума полным составом. Депутаты приехали на природу личным железнодорожным составом. Фестиваль жопоруких объединяет огромное множество различных акций. Например, на этот раз зажигают авторы ливневых канализаций. Там акушеры и попы с молитовкой, там у кремлевских пиарщиков тимбилдинг. На фестивале запрещена политика, с большой осторожностью позволен бодибилдинг. Слоган фестиваля «Не урони!» Очень-очень много гостей, Боже милостивый, жопоруких храни, а то ведь не соберешь костей. Игошек и Тудай. Будь здоров. И умен. Ура! Спасибо! Ты же... звезда! Я звезда! Мы в Ижевске, и сейчас мы вам с Мариной это докажем. Да? Да, конечно. Эх, бен, кэрджалом, пегине, но айду и гине, вероводно, жили рыбен, вераю, пегине, пегине, валук.
бенгины медано, окок бене верино, за неок бене верино. Жили рыбен вераю, пегины, бен солда темный лук. Классно. Спасибо. Игошика-тудей. Игошика-тудей. Все, я даже забыл все слова. А о чем эта песня? Это «Солдатский крещ» рекрутский. Ну, с этим рекрутским, с такими рекрутскими напевами провожали в армию. Я могу даже рассказать, как это делалось. Это обалденный совершенно обряд. Хотите? Хотим. Или... Конечно, хотим. Точно? Поехали надо... в деревню, там расскажем. Ну, давай 2 минуты и это самое. Это очень интересно. Это очень классный, красивый обряд. Дело в том, что, насколько вот мне известна эта история. Сначала, значит, в момент прощания будущий солдат должен был заколотить в матицу, это основное несущее бревно, монетку с ленточкой. Потом ну, его провожали, и его провожали из деревни так, что он шел задом наперед. Его держали его друзья, вернее, вот они его вели вот так вот, да, друзья, там родные, а он уходил, удалялся задом наперед, чтобы у него в голове оставалась картинка своего ну, вот, отчего края родного дома, который притягивал его потом с войны живым и здоровым вернуться туда своими ногами. Вот. Игошиха туда. Пришел такой. А потом, когда он возвращался, он должен был прийти и достать эту монетку, вот, которую он вбил из матицы зубами, дабы показать, что он силен и здоров. Вот. Аригато. Игошиха туда. Игошиха туда. Эгэгэй! Доброе олимпийское удмуртское утро! Вот мы и провели ночь на славной удмуртской земле. Нас приютили наши добрые удмуртские друзья. Мы решили не ехать в Сочи, бог с ней, поедем обратно в Пермь, бог с ней с этой Олимпиадой. Тем более, нам рассказали, что в Ижевске есть свои олимпийские символы. Во-первых, это большой ижевский оздоровитель, сегодня он работает на полную мощность. А во-вторых, вот это вот поражающее воображение конструкция. Это местные жители, ижевчане, говорят, что это лыжи. Лыжи. А еще мы узнали вообще интересную информацию такую. Оказывается, удмуртская земля... В ней очень сильно женское начало. И даже лесбиянки здесь выходят замуж за мужчин и рожают от них детей. И потом все такие женственные-женственные живут. Детей воспитывают и мужей своих любят. Игошиха тудей! Мы за олимпийскую любовь.